смотреть сразу же пистолетный раунд у нас начинается. И всех приветствую, дорогие друзья. Здравствуйте все. У нас сражаются команды Барозон против команды Напролом на карте The Overpass. И пистолетный раунд начинается. Всем привет. Давайте смотреть за расстановкой игроков команды Барозон. Ребята подходят под Upland и начинают сейчас выходить на него и будут его пушить, наверное. Ну да, уже вот у нас стычка под Аплентом, и начинается какая-то перетяжка от контеров. Да, вот они начинают пушить, и уже сейчас начнет у нас тут месилово на пистолетах, и уже два фрага на пролом ребят вешают в спину. У нас один из игроков террористов, он уже в бенке, и спину начинает нашивать одного из игроков, и просто два килла от Джесуса, ну, Джикея, и Арч ставит тоже один хедшот, и ставят уже бомбу ребята, и один в один остаются ребята в конце раунда. Давайте смотреть, кто же выиграет эту перестрелку. Вот уже GK у нас стрелялся, зря он делал, он работает на тайминг, работает на бомбу. Ну и просто пока это он начинает играть, но он неправильно не читает он сейчас игрока, но начинает прыгать и умирает в итоге, и отдает эту бомбу Кулензору. Ну, мне кажется, что GK неправильно сыграл, мог просто побегать вокруг этой пристройки, то есть двух ящиков на тайминг, пока эти время, в принципе, буквально 5 секунд, и не мог Кулензор уже обезвредить эту бомбу, и раунд взяла бы команда Барозон. Ну что ж, продолжаем с вами смотреть этот матч, 1-0 в пользу команды Барозон, и давайте смотреть за игрой. Да, good luck, have fun, удачи командам, будем надеяться на красивый Counter-Strike, ну и бай от команды Напролом против одних пистолетов от Барозон, скорее всего, в третьем раунде они закупятся. Давайте ждать матча. Ну и что мы видим на карте? Начинает принимать у нас здесь Сегич. Сегич очень сильно нахарасил двух игроков и их же забрал с помощью своего тиммейта. Ну, здесь у нас также три китайских знака принимает двоих игроков. Начинает отходить назад и стрелять, но не удается ему попадать, поэтому он умирает и дает по 90 одному из игроков, который остался в живых, и он тоже умирает. Фантастик. И зависло, да, в голову. А, Барозден. А, да. Ой, боже. Дэна, он перепутал уже ночь. Путаю. Устал я комментировать, ничего. Такие мелкие ошибки, они бывают всегда. Это мелкая практика, которую нужно исправлять. В скором времени уже на автомате будет все хорошо. Барозден у нас играет команда против команды Напролом, и давайте продолжать смотреть. Ингленд принимает у нас тут пуш по лонгу, и сейчас он есть инфа о том, что есть какие-то игроки, и ребята закупились. Против, конечно, фанганов им будет довольно-таки просто играть, надеемся, что не получится забрать. B4-4 закупил себе Руппл, и тут сейчас Ингленд с Фабером отменялись нормально. И 2 в 3 просто ситуацию перевели, но фармганы, конечно, ребята из команды Напролом остались, и посмотрим, как с ними разыграют сейчас ребята. Ну, ждем какой-то агрессии от ребят из команды Барозден. JK у нас тут стоит и ждет кого-то на лонге, но он начинает перетягиваться, и здесь Madness должен принимать. Мы ждем за какой-то агрессии. Растянулись ребята, вот, разминулись просто буквально с Фейбером, сейчас они на одной прямой, и Фейбер начинает отходить назад, чтобы их выполнить сейчас своему тиммейту. Есть инфа от Сегича, что опоет их сейчас. И вот сейчас будут они принимать вдвоем с Фейбером, но JK убивает Фейбера сразу же, если ставит Madness хедшот Сегичу, и просто такую раунд они переворачивают в свою пользу и ставят бомбу на Апленте, и спину заходит Кулензор, который играет всего с MP7, и сейчас он будет пытаться забрать этот раунд в свою пользу, пытаясь убить какого-то из игроков, но у него это не дается, и умирает у нас Кулензор от JK в голову сока. Ну что ж, первый раунд забирает все команда Барозден. И неплохой раунд от них против фармгана. В принципе, неплохо сыграли. Ну, должны были прочитать эту ситуацию экономическую ребята из команды Напролом, но не стали они менять свои фармганы. Ну и что ж, мы увидим на карте сейчас. Но есть Кольт, есть Трифамас и Дигл от команды Напролом. Ну, закупились они под 0 долларов и будут стараться сейчас забирать каких-то игроков. Вот, конечно, размен у нас произошел сейчас. Разменялись ребята один в один. Кулензор забрал ребла. Фантастик его разменял. Ну и 4 в 4 ребята должны сейчас
пытаться что-то придумывать. И вот сейчас Сенич должен встретиться у нас с Мэднесом. И да, минусует у Мэднеса. Принял. Отлично. И 4-3. Ситуация уже сейчас. И вот ветер поднимается у меня за окном. Если посмотрим сейчас, микрофонами слышно ли его. Да, к сожалению. Иногда бывает слышно его. И поэтому сейчас, секунду, я закрою дверку, чтобы и вернусь. Извиняюсь за такую мелкую проблемку и возвращаемся в Counter-Strike. Ничего не изменилось за это время, поэтому все хорошо. Продолжаем смотреть. Ну, Ингланд чекал туалеты, никого не видел, а ребята обошли с правой части и начинают раскидку. И заходить в клан они тоже начинают сейчас. И Фантастик просто смог начинает ставить бомбу 23 секунды до конца раунда, но бомба поставлена и время начинает тикать. Ингланд минусует Фантастика и Арч остается последним. Давайте за ним и посмотрим. Арч 1-2 остался, и бомба стоит под него, он начинает стреляться двумя игроками, Ингланд очень красный. И сейчас вот его начинают пушить, он играет на время, очень правильно играет его, но он умирает от Ингланда, Арч не смог минуснуть Ингланда с 5 хп, и все хорошо, ребята начинают дефузить бомбу, и должны они, наверное, успевать. Да, они успевают раздефузить бомбу, все хорошо, третий раунд для команды на пролом, не зря закупались и выиграли эту. Бомбу они сейчас для себя и 3-1 в пользу команды на пролом. Ну а теперь эко-раунд в исполнении Баразден. Что мы увидим сейчас в исполнении эко-раунда от них? Посмотрим мы с вами это по карте. Начинают они какой-то пуш под Б, скорее всего. Выйдут, наверное, через коннектор и будут стреляться с Калянзором и Сейгичем. Соответственно, да, Вальсин, это не в Зигу. И через коннектор забегают и уже вот принимают спорим с Файбером, с Сейгичем. Всех игроков, последний Ripple, который забегает здесь и умирает тоже. Что можно сказать, простой эко-раунд, побежали, умерли, ну и сразу играем с нормальной экономикой. Могли, конечно, попытаться поставить бомбу, купить какой-то смачок, забежать в него и попытаться постреляться в упор, но не захотели они этого делать и просто так отдались. Ну и 4-1 в пользу команды на пролом. Ну давайте смотреть, что сейчас покажут нам ребята. 5 АК опять играется в исполнении команды Баразден. Вот у нас чекают ребята отлично. Фантазибу прыгают, чекают и собирают инфо по всей карте. В каждом углу пытаются собрать ее. И вот сейчас Кулензор играет близко. Будет принимать, скорее всего, Фантастика, который будет пытаться запушить. Ингланд очень далеко зашел у нас сейчас. Нет, все-таки недалеко. Должен слышать сейчас он перетяжки своих противников, от минуса хаешки, и принимать начинает Фейбер, минус один он дает уже, и есть инфа по тому, что есть еще игроки, но Рипл не отыграл нормально, точнее, разменялся он просто, и вот сейчас Фейбер отличный 3 минуса в раунде дает, и остается последний GK у нас, и как же он сейчас сыграет против четверых, ну, может, для него есть инфа по бомбе, и также 3 китайских знака убирают сейчас с игрока GK. Какой-то... Сейчас начать не быстренько пока что. Такие у него ники-то бывали там. Форт какой-то. Ну, фэта, форт. Ну, тогда и не будем мы зацикливаться на его ники и просто продолжим смотреть. Наконец-то появляется у нас ВП в этой карте. На 7-м раунде наконец-то закупается ВП у Ингланда и посмотрим, как он с него сыграет. Ну, и против фрэк он будет играть с ВП. Трудности не должно это составить, в принципе. Должен просто попадать и просто забирать всех игроков. Ну вот, как раз на него он переключается сейчас в камеру, и он минусует первого. И уже здесь начинается прием, правда, умер один игрок. С P250, но это не так страшно, если раунд я не возьму. Ну и что мы можем увидеть? 3-4 остались ребята, отобрали один дроп, имеют один дроп на руках, и, наверное, будет под аплен смещаться, пытаться что-то сделать с одним дропом, разводить его. Вот сейчас как раз Фаби разобрали, очень сильно открылся он, и Арч минус 2 дает 2 подобранного АК, в принципе, неплохо, и ставится бомба у нас отлично. Ну и 2 в 3 сразу, просто Арч отлично 2 минуса дает, 4 в 3 ситуации превращает 2 и 2 почти, но Рипл все отлично отыгрывает, минусует ВП, и последний Кулянзор опять остается против двоих. Как и на втором раунде этой карты, и начинает просто в молотов заходить, минусует первого, просто горит на молотове, и остается у него всего 18 хп.
Не знаю, знает он о Рипли или нет. Буду смотреть. Да, знает и минусует его. Отличная игра просто на морозе. Кулензор, выходя в мотов, не боясь ничего. Минусует одного, стоит на мот и горит, но у него 117 хп. И минусует он еще и Рип. Пурла. Пурпла. Пурпл, да, Пурпл. А не Рипл. Наоборот же. Туплю маленечко уже. И Пурпл тоже умирает. И Кулензор берет этот клатч для себя. Шестой раунд для команды на пролом. Отличная игра от них. Забирают мне эту карту себе и 6-1 ведут против команды Баразден. Баразден. И Фабер просто начинает пушить, но разменивается 1 в 1. Только смог сделать даблкил и умирает от фантастика. Ну сейчас вот Ингвин должен СВП принимать. Вот он спалился уже. Арчи в отклашку выходил и поставил ему отличный хэдшот. Отличная игра от Арчи уже второй раунд подряд. Отличный минус, он бьет минусует АВП в этом раунде уже. И отличный опен лонга от него. И посмотрим, как сейчас принимать будут ребята его. В отличной позиции стоит у нас один из игроков команды на пролом. Будет принимать он очень близко, на неждан. И мы видим сейчас под флешку, он пытался открываться, здесь лежит смог, так что ничего страшного не произошло. Ну что ж, 3-3 ситуация, Календор просто минусует одного, второго, разменялись ребята, и один остался у нас Фантастик, который будет сейчас пытаться разыгрывать какой-то клатч. Боба на руках, поэтому, наверное, может сместиться под веб-лент, если захочет, 45 секунд в его запасе еще есть, поэтому, скорее всего, все у него получится. Ну и что можно сказать еще? В принципе, неплохо отыграли все ребята, но вот сейчас Фантастик может еще даже взять этот раунд, если получится повесить какие-то красивые хэдшоты, хорошие хэдшоты, которые помогут ему просто 2 в 1 забрать этот раунд себе. Ну что, будет разделить на бомбу, скорее всего, так и есть. Нет, все-таки пойдет еще в бэнк чекать. Нет, не пойдет в бэнк чекать, и ставить бомбу начинает, и сразу выходит один из игроков и должен его сейчас запереть. Нет, все-таки дождался тиммейта, и вдвоем сейчас будет его забирать, да. Да, за машиной стоит один из игроков и начинает запирать. Ну и начинает дефуститься у нас бомба. И седьмой раунд для команды на пролом. Сейчас мне ответить надо. Ну и 7-1 в пользу команды на пролом. Отличная игра от них, отличные раунды. Седьмой раунд выбирают они за КТ. Ну что ж, здесь карта КТ довольно-таки в сильном преимуществе. Ну, кстати, фиксили оверпас, но не сильно пофиксили. И вот в пятером начинают сейчас смещаться вниз ребята и будут пытаться через перемычки разыгрывать. Ингун на подсадке сидит у нас, будет пытаться чекать позиции, и все должно быть хорошо для них. Поэтому давайте смотреть дальше. Посмотрим по карте, как встали игроки. Вот у нас Сегич с Календором будет принимать. Здесь вдвоем на подсадке сидят ребята, чекают, но никого не находят. Обновляют смог. И будут ждать, но никого не видят, так как ребята пошли под Б-плен. Но есть поэтому инфа, что никого здесь нет. Сейчас подсадка какая-то будет. Да, подсадка чекала, раскидка пошла, раскидка получается. И Календор минус... Мэднес делает в коннекторе и начинает принимать Зигу сейчас Сегич вместе с антимейтом, но Кулендор сразу же умирает еще. Сегич убивает бомбу, но 3 хп имеет всего, и перетяжка 4-3 начинает. Сегич накален, все, взрыв по вену, и Сегич может умереть, да, Сегич умирает, и 3-3 ситуация сейчас принимает здесь сингл, это отличный хэдшот от него, и сейчас нужно ребята просто разбирать двух последних игроков из Баразден, и отлично отыгрывает, да, последний стоит GK, который тоже должен умирать. Вот, своего Фабер немного пострелял, и прогрен пошел сразу с хаешечки, но убегает, да, конечно, GK. Бомбы на руках у него нет, и 22 секунды в запасе, чтобы попытаться взять этот раунд в свою пользу. Ну, наверное, не пойдет, можно сейвить такая, по экономике как... Да, по экономике все очень плохо, поэтому для GK лучше не пойти пушить, а пойти засейвить свой девайс. Так он и делает, и начинает постепенно уходить. 6 секунд, 5, 4, 3, и под флешку начинает его пушить, но он спалился. Начинает релоад, и его догоняет. Не очень удачный, конечно, муф от GK, но... Джесус. JK Джесус. Не угадал маленечко со своим мулом, и... умирает, не сейвля свой девайс. И 8 раунд для команды на пролом. 8-1 счет в пользу команды на пролом. И неплохая игра от них показывает, что они пока что сильнее команды Борозды. Все-таки они играют за КТ, так что будем смотреть, что будет на следующей половине. Ну и АВП против АВП. Арч против
китайских значков, будет у нас дуэль аватаров в этой раунде, в этом раунде, и посмотрим по расстановке, где у нас кто находится. Арп с ВП пытался отстрелить, может какой-то пуш под Б, а на лонге у нас играет Вапер из команды на пролом. И уже здесь Фебер принимает одного, разменивается сразу же. Здесь еще Ингу помогает, делая фраг над фантастиком. И 3-4 ситуация начинается в разыгровке этого раунда на Аплен, скорее всего, от ребят из Баразден, извиняюсь. По таймингу кладется молд на Туркла, но Ингунта он все-таки задевает одним прострелом и сносится уже 9 хелсбар. Но это не так страшно для Ингленда. Ну и ждем сейчас, как будут принимать ребята из напролом этих ребят из команды Баразден. Ну, вот сейчас уже возле плента находится Purple. И он должен сейчас открывать этот плент. И... Нет, все-таки не получается у него забрать Сегича. Сегич дает его. Madness отличным хедшотом забирает у нас Авапера команды на пролом. И 3-2 ребята начинают этот раунд. Сразу Ингу внизу одного и второго забирает и фрага от Ингленда в этом раунде. И отличная игра от него. Он смог забрать этот раунд для своей команды. Это был 9-й раунд для команды на пролом. Отличная игра от них. Поздравим с 9-м раундом. И давайте смотреть дальше, что покажут ребята из Баразден за атаку на этой карте. Ну и эко-раунд в исполнении Баразден. Давайте смотреть. Опять побегут просто фаст. Да, так они и делают. Под флешку он тут молот, они молот бегут. Их уже нахарасили. Фейбер забирает одного, убивает бомбу, но бомбу сразу же подбирать должны, да. Они делают. Заходит через зиг у нас ребята, но тоже умирают один за одним. И Purple остается последним. С Tech 9 будет пытаться, может, забрать какой-то девайс, и под флешку сейчас ворвется. Но флешка вошла, и его сейчас просто Фейбер должен принять. Нет, Фейбер не получается, и Колин Зор на помощи приходит и помогает своему тиммейту, разменивая жизнь своего товарища. Ну что, 10-й раунд для команды на пролом, 10 раундов они уже забрали. Остается у нас 4 раунда до конца этой половины. И посмотрим, с каким счетом закончится эта половина. И увидим, будет ли камбэк от Баразден за защиту. Наконец-то опять же есть полный бай, есть 4 АК, есть АВП от Арча. Команды Баразден и пуш просто зига делает на Сегич с своим тиммейтом. И вот сейчас Колензор тоже должен делать хелп много левее. Если бы вышел с Колензор, он спокойно мог фантастика на харасе, но не вышло. Тут бы флешечку какую-то накинуть и подпустить, но нет. Ой, в голову получается сейчас Фейбер, точнее в голову фантастику, но фантастик справляется со стрельбой и убивает сразу же Фейбера, но остается он очень красным. В это время еще Purple умирает, и вот сейчас, да, Авапер убирает Мэднеса, и остаются ребята, фантастик очень красный, ну, Арч забирает сейчас Авапера, и три ребята начинают разыгрывать этот раунд. По лангу у нас бегут ребята с бомбой и будут делать сейчас опен аплунта опять. То есть они на эко только ходят Б, а вот свои оружейные раунды они играют только на аплент. Вот сейчас фантастика уже начекивает. Да, начекивает очень в свое время. Он прям так зная пошел туда, чекнул эту позицию. Но он не дал поставить. Нет, все-таки дает поставить бомбу. У нас Сегич минусует двоих, заходя просто с хелпы и убирает двоих игроков, дефузит эту бомбу и забирает 11 раунд из своей команды. Отличная игра от команды на пролом, они за защиту довольно-таки неплохо отыгрывают, подготовились ребята довольно-таки неплохо и очень сильно отыгрывают за эту защиту, взяв, точнее отдав всего лишь один раунд команде Баразден. Что ж, 5 АК в исполнении команды Баразден. Посмотрим, когда они все-таки взяли этот раунд. Они взяли его только третьим, и теперь вот просто оставаясь вчетвером в одного или всем командой, и ребята забирают раунд за раундом. Конечно, по экономике очень хорошо все Баразден, все-таки они могут закупаться почти каждый раунд, ему дают очень много денег. Но вот и экономика у ребят на пролом тоже неплохая, один из каналов имеет у нас Сегичи, много денег у него, поэтому если что, продропы будут, конечно же, на все раунды. Размен у нас у Саскара Фейбер принимал, отдал Саскар, конечно же, ну, нагло сыграл. Сейчас Сегич помог с АВП сыграть. И вот находит тут одного, второго, и сейчас должен принять еще и третьего, но Ингун хелпует и минусует всех, и остается последний у нас Фантастик. Итак, посмотрим, кто же кого сейчас заберет, и Фантастик остается последним против четверых опять. Но даже Сегича ему не удается забрать, и 12-й раунд для команды Баразден входит против, поэтому они взяли всего лишь один, и команда на пролом забирает 12-й раунд себе.
Ну и продолжаем с вами мы смотреть эту игру. Матч между командами Напролом и Борозден в рамках уральских отборов на Game Show Open. Первый сезон. 350 тысяч рублей у нас призовой фонд. Поэтому, в принципе, неплохо призовой. И фантастика у нас пока что маленечко. Не успевает в это время он закупиться. И уже Калензор с Сегичем принимают этот пуш под Бэплэнд, где минус 3 они дают, соответственно. И 12-1 в пользу Напролом может переместиться просто сейчас в 13-1. Но Арч выходит, он хелпует и сравнивает немного ситуацию. 2 в 4 они остаются, но Ингланд уже поджал. И последним остался у нас Фантастик, который находится без дропа, без армора. И он тоже умирает. И 13-1 в пользу команды Напролом. Отличная игра от них. Довольно-таки неплохо они сыграли. Хорошо. И вот давайте смотреть дальше, кто как играет. Ну, Напролом, конечно, показывает нам очень-очень хорошую игру. Ощущение, что они прям на класс или на голову выше своих тиммейтов. Ну и вот, давайте смотреть, кто как разбежался. Фейбер, он начинает принимать скаут, минусует одного. Ну и под бэплунтом у нас больше никого. Поэтому Фейбер больше ничего не сможет делать. В это время Сегич принимает двоих игроков. И даже три минуса дает Сегич в конце этой карты. Он не закупался с РП вообще. Но вот сейчас в этой половине он просто покупает АВП, и за последние 3-2 или раунда где-то делает очень самые главные важные минуса. И вот так вот 14 раунд для команды Напролом. Ну что ж, по счету быстренько пробежимся. Ингланд у нас потерял 17-6, Сегич 16-5, Фейбер 16-9, Калензор 15-4, и китайские значки у нас нацеляли 9-7. Ну а команда Борозден. Арч 9-15, Фантастик 7-15, Пропал 7-15, JK 4-14 и Madness 4-14. Ну и давайте смотреть за пистолетным раундом от команды. Напролом они классно начинают лететь, и уже начинают они умирать все один за другим. И вот посмотрим, как Фейбер будет стрелять сейчас у нас. Ну вот начинается пуш, Ингланд убивает одного, Сейгич там стреляет, и вот сейчас пытается попадать Фейбер. Посмотрим, за ним сможет ли он убить сейчас тиммейта, но противника своего, но нет, не получается у него это сделать. И вот он лежит такой убитый, и в зиму запустил он одного из игроков, просто в ретейк от команды Борозден. Похоже, будет сейчас удачно. Но не все так просто. Фантастик остается у нас одним. Начинает дефузить бомбу против Сегича. А Сегич, да, он тут неплохо отыгрывает и берет этот раунд. Странно, глупо у нас полагало. Извиняюсь. И вот как-то так. Ну и 15 раунд забирают ребята из команды Напролом. И по всей видимости, это будет ГГшечка быстрая. Ну, мы увидим это совсем скоро. И вот так вот отыграли ребята, взяли 15 раунд сразу же, не дают даже шансов команды Madness, чтобы сделать какой-то камбэк, но может быть сейчас с 15 до 15, 14 матчпоинтов ребята смогут взять. Ну давайте смотреть дальше. Ну и вот Фейбер у нас в спину заходит и пытается что-то придумать. Ну, похоже, ГГ написал уже Арч, потому что ребята просто начинают кушать, забирают своих, чужих, и 3 в 1 они остаются против GK, который играет со скаутом, и его они сейчас будут забирать. Да. Фейбер забирает последнего GK, и вот 16-1, отличная игра от команды Напролом. Ну что я могу сказать, ребята довольно-таки на класс выше, такое ощущение у меня, или даже на 2 от команды Борозден. Ну что я могу сказать еще. Отличная игра от них, Напролом забирают на 16-1 эту карту и заканчивают эту карту с победой и переходят в следующий этап. Ну что ж, дорогие друзья. К сожалению, сегодняшний игровой день я прекращаю комментировать, так как, ну, у меня есть личные обстоятельства, по которым сегодня больше я стримить не буду. И поэтому всем спасибо, кто смотрел мой стрим. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. Я очень рад всем, кто подписывается. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в чате Твича. В перерыве между играми я буду на них отвечать. Если кого-то что-то интересует, если есть какие-то личные вопросы, пишите их конкретно там в личке ВКонтакте или добавляйте в Стиме. Если у кого-то есть желание еще как-то отблагодарить меня, можете задонатить мне на Киви или же подарить какой-то трейд-оффер. Трейд-оффер и Киви есть под стримом. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Это были уральские квалификации на Game Show Open. 350 тысяч рублей призовой фонд в Counter-Strike Global Offensive дисциплине. Спонсор данного турнира компания Acer и Game Show Open как организатор. Ну что, всем спасибо, всем пока. С вами был Пумба. До скорого.